Коллеги, а я предлагаю, раз у нас есть такая возможность, может быть, поздравим весь оставшийся мир со всеми его праздниками? Давайте. А какие есть вообще международные праздники? Международный женский день. Поздравляем. Заранее. Есть, кстати, день улыбок, по-моему, где-то в Америке. Улыбок? Да, и день друзей. Международный. День друзей. Недавно же он как раз был. Совершенно верно. Еще есть что? Ну, Международный день всех влюбленных. Угу. Международный день всех влюбленных друзей. Да, а если есть день мебельщика, то, наверное, есть и отдельные профессии, да? День краснодеревщика. День работника только по ореху, например. День резчика, день фрезеровщика, когда вот они собирают, так сказать, все потерянное прежде. Ну да ладно, эти праздники можно, я думаю, объявлять, вспоминать до бесконечности. Мой день рождения! Чуть не забыла. Весь мир это интернациональный день рождения, конечно. Давайте, друзья, лучше мы объявим следующего артиста. Тем более, что это будет настоящий праздник как для меломанов, которые любят хорошую, качественную музыку, так и просто для ценителей всего прекрасного. Встречайте, прекрасная Валерия! Небо надо мной вокруг, та гостиной, как жемчуга, студеная река. Она поляне два костра, два брусничные куста. Первая любовь, и мы вдвоем с тобой, ладонь в ладони, на губах огонь. Ой, сладкая ягода была, только речка унесла. Унесла птица разлука, ты летишь куда-откуда, над студеной, над водой. В зеленую страну, в зеленую тайгу. Птица разлука, если ты моя подруга, я с тобой вернусь домой. В зеленую тайгу, где брусника на лугу. Снова вижу сны брусничные, костры, моя река и волны жемчуга. Там лебедь по небу плыла, уронила тень крыла. И забытый след любви, которой нет, ладонь в ладони, на губах огонь. Ой, сладкая ягода была, только речка унесла. Унесла птица разлука, ты летишь куда-откуда, над студеной, над водой. Валерия!